Перед нами обманка, жанр натюрморта, который для XVIII века очень характерен. Пришел к нам из европейского искусства. Живописцы обманок предпочитали предметы, которые в изображении особенно легко можно было принять за подлинные. Они любили писать отогнутые краешки листов бумаги, один предмет наполовину загораживающий другой. Художник должен был с максимальной точностью передать характер поверхности каждой вещи, поэтому в таких натюрмортах часто присутствуют предметы с ярко выраженной фактурой, как, например, дощатая стенка с сучками и прожилками в этом натюрморте. Сопоставляются различные по характеру поверхности. Художник, который создавал подобного рода произведения, призван был всех ввести в иллюзию на короткий миг, но, по крайней мере, создать это ощущение, что это не полотно, не холст, а деревянные доски, к которым прикреплены различные предметы, в данном случае картинки, листы из книг, записные книжки, математический инвентарь, растения из гербария. Умелое применение светотени и наложение предметов друг на друга создают еще больше иллюзорно выписанный деревянный щит, плоскость которого совпадает зрительно с поверхностью самого холста. И все, что изображено поверх, все вещи, лежащие на полочках или засунутые за прибитые к щиту специальные тесенки, оказываются тем самым впереди, в пространстве зрителя. Очень увлекались подобными изображениями, тем более, что изначально, конечно, обманка не предполагала того, что ее ставят в раму. Эта живопись не нуждается в обрамлении. Рама может лишь повредить впечатлению. Из нее реальная толщина подрамника ощущается как толщина щита, придает ему глубину, весомость. Иллюзия становится полной.